Эпидемия гриппа продолжает свирепствовать. Карантин в ивановских школах продлен до конца этой недели. Напомним, с 14 декабря по распоряжению главного санитарного врача Ивановской области во всех учебных учреждениях города отменили занятия. В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что показатели заболеваемости ОРВИ по-прежнему высокие. По всем возрастам эпид-порог превышен на 66%, а среди школьников – на 92%. Кроме того, с понедельника на карантин закрыты все городские школы ШУИ. Об этом сообщает местная администрация. Предполагается, что с учетом пропущенных занятий учебные программы в школах будут скорректированы.